Гора Гауста-Топен – самая высокая вершина регионов Вестфольд и Телемарк. Существует несколько путей на вершину. Вы можете прогуляться по одной из троп по склону горы или прокатиться на уникальном туристическом аттракционе, которому нет аналогов в Северной Европе – поезде Гаустабанан. Сегодня мы поднимемся на вершину Гауста-Топен, высота которой 1883 метра, и поедем мы туда на поезде внутри горы. Раньше это был секретный военный объект, а теперь он возит туристов и лыжников. Идея построить Гауста-Банан как туристический объект возникла еще в 1953 году. Завершен он был в 1959 году, но из-за холодной войны стал закрытым объектом НАТО. И лишь в 2010 году был совершен первый коммерческий подъем. Путь к вершине состоит из двух этапов. Сначала вы садитесь на горизонтальный поезд, который отвезет вас на 850 метров вглубь горы. Далее вы пересаживаетесь на поезд, который идет под углом 39 градусов. На нем вы подниметесь на высоту 1800 метров. Когда на вершине тает снег, под поездами течет вода, что делает поездку еще более необычной и увлекательной. Ну вот мы и на вершине. С вершины Гауста-Топен в хорошую погоду можно увидеть 1/6 часть территории Норвегии. От выхода с Гауста-Банан подъем на самую высокую точку горы займет около 20 минут. Также вы можете выпить кофе с вафлями в уютном кафе наверху. Сверху открывается отличный вид, смотрите сами. На горе построена башня высотой 64 метра. В ней расположены антенны, телевидение, радио и телефонные связи. Она также важна для службы воздушной безопасности и экстренной связи в регионе. В сезон парковки около Гауста-Банан могут быть заняты, но это не проблема, так как есть более дальние парковки и до них ходит автобус. Также это удобно, если вам захочется подняться на поезде, а спуститься пешком или наоборот. Шаттл-бас довезет вас до нужной вам парковки. Гору Гауста-Топен мы однозначно рекомендуем посетить. И обязательно спланируйте ваш маршрут так, чтобы прокатиться и на Гауста-Банан, так как это уникальный подъем на поезде внутри горы бывшего секретного военного объекта. Путешествуйте и до новых встреч!